Вспомнить о тех трагических событиях собрались сотни нижнекамцев, участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, представители общественности, учащиеся школ, студенты, неравнодушные горожане и сотрудники Нижнекамск-Нефтехима. Митинг начался с минуты молчания в память об ушедших из жизни участников ликвидации последствий аварии. Собравшиеся возложили к памятнику цветы. С Нижнекамской земли было призвано много ребят, которые пошли бороться с невидимой смертью, которая не имеет ни вкуса, ни цвета. И от имени старшего поколения я сегодня хочу вам сказать слова благодарности. Спасибо вам, что вы совершили подвиг и не дали распространению этой катастрофы. В ликвидации последствий аварии было задействовано более 600 тысяч человек. Около 300 из них – нижнекамцы. Сейчас в нашем городе проживает 179 участников различных трагических событий. Такие герои работают и на Нижнекамск-Нефтехиме. Компания оказывает им всяческую поддержку. У нас на учете стоят 9 человек в Совете ветеранов, и еще 9 человек у нас еще работают на Нижнекамск-Нефтехиме. Они тоже здесь присутствуют. Здесь мы почтили память погибших в той аварии. И для ликвидаторов сегодня, вот, ну, в честь и, так сказать, юбилейной даты, вот, праздничный обед им приготовили. Поэтому я думаю, им будет очередной раз приятно собраться, пообщаться в такой обстановке. До сих пор эхо этой трагедии болью отзывается в семьях ликвидаторов катастрофы, жителей Нижнекамского муниципального района, с момента которой умерли 134 ее участника. Не обошлось на митинге и без вручения памятных медалей и благодарственных писем. Ксения Баринова, Алия Салахиева, Роман Мальцев, Н-Медиа.